Оптический прицел является самым популярным прицельным приспособлением среди современных охотников. Но если в вашем арсенале еще нет этого полезного устройства, то данное руководство обязательно поможет вам определиться с выбором идеально подходящего для ваших целей прицела. Эта инструкция основывается на выборе оптического прицела по трем критериям. Это стоимость прибора, соответствие вашему оружию и тип охоты, на которой прицел будет использоваться. Все особенности и технические характеристики вашего будущего прицела мы рекомендуем подбирать именно по этим показателям. Пожалуй, самое простое – это выделенный бюджет, от которого будет зависеть качество и потенциальные возможности оптики, защищенность корпуса и наличие дополнительных функций, таких как лазерный дальномер, подсветка прицельной сетки и многое другое. Очень важно при выборе оптического прицела учитывать его совместимость с вашим оружием. Если прицел будет устанавливаться на нарезные карабины, использующие мощные боеприпасы, следует выбрать надежный прицел с защищенным корпусом, который может выдерживать серьезные ударные и вибрационные нагрузки. Этот же показатель защитит оптику от падений и возможных ударов. Следует также обратить внимание на расстояние, с которым справляется ваше оружие. Если вы привыкли охотиться на больших дистанциях, то лучше всего будет обеспечить себя немалой кратностью прицела. Но нужно помнить, что большой показатель увеличения оптического прицела еще не залог успешной охоты. Для большинства случаев достаточно показателя в 12 крат, а идеальным вариантом будет выбор прицела с переменной кратностью, ведь прицелы такого типа можно использовать на различных дистанциях. Следующее, на что стоит обратить внимание, это диаметр объектива, от которого зависит поле зрения вашего прицела. Поле зрения, в свою очередь, является очень важным показателем для охотников. Ведь чем больше угол вашего обзора, тем проще будет удержать движущуюся цель в поле зрения. Перечисленные характеристики, включая кратность, диаметр объектива и поле зрения, стоит подбирать, учитывая самое главное – для каких конкретных целей вам нужен оптический прицел. Если вы привыкли охотиться на дистанциях от 100 до 300 метров, то не нужно гнаться за показателем кратности. Лучше уделить внимание качеству получаемого изображения, которое зависит от используемых в прицеле линз. Один из самых важных показателей при выборе линз – это их просветление, которое может достигаться благодаря специальному покрытию. В вашем прицеле может быть небольшая кратность, однако это будет просто отличный прибор, если он будет обеспечивать вас ярким и контрастным изображением даже в сумерках. Возможность охотиться не только ясным днем, также заслуга просветления линз прицела, которое в идеале должно составлять не менее 90% от реального изображения. Если вы покупаете прицел исключительно для вечерней охоты, то помимо хорошего просветления, также следует обратить внимание на возможность электронной подсветки перекрестия, которая может сильно упростить процесс прицеливания при недостаточной освещенности. Существует еще очень много показателей и характеристик, на которые стоит обратить внимание. Прицельная марка, диаметр выходного зрачка, механизмы ввода поправок, возможность использования с приборами ночного видения, различные цифровые характеристики и многое другое. Однако самые важные детали, на которые следует обратить внимание при выборе оптического прицела, мы перечислили выше. Если вам понравился данный ролик, поставьте палец вверх и подпишитесь на наш канал. И в будущем мы обязательно выпустим цикл видеозаписей, в которых подробно рассмотрим лучшие оптические прицелы из разных ценовых категорий.